Всем привет! Всем любителям автомобилей Audi A6, C5, 2.5 TDI до 2002 года. Иногда бывает такая ситуация, что автомобиль глохнет. При этом у нас в баке полбака, а то и больше солярки. То есть солярка есть. Но система завоздушивается, загорается ошибка двигателя. И автомобиль глохнет. Почему? А все просто, потому что в баке стоит насос. Но насос не подкачивающий, который качает на ТНВД, а насос перекачивающий. Вот такой вот насос. Вот такая вот сборка там стоит. Я уже это все разобрал. Это все старое. Вот. Смысл какой? Смысл такой, что насос забирает из бака топливо, солярку, по трубочкам пускает, вот сюда и пускает в стакан. Вот в эту вот часть стакана, во вторую часть. То есть не вот в эту, а вот в эту. Они абсолютно разделены. То есть вот эта вот часть стакана, вот эта часть стакана, она с этой частью не связана. То есть насос качает из бака снизу, качает вот в эту часть стакана. А с этой части стакана у нас насос ТНВД наш забирает методом всасывания. Вот. И если у нас этот насос перекачивающий умирает, получается, у нас уровень солярки падает, 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 падает. Если падает ниже вот этого стакана, ниже, все, у нас получается из этой емкости, тут у нас топливо будет в баке, а из этой емкости у нас солярку всю выкачивает. При этом срабатывает датчик. Датчик установлен вот тут, вот его два провода, вот, который показывает низкий уровень и показывает ошибку, низкий уровень топлива в баке. И машина завоздушивается и глохнет. И причем завоздушивается так, что воздух от бака до топливного фильтра и потом с топливного фильтра до ТНВД. Что для нашего насоса ВП-44 очень-очень плохо. Поэтому всем, кто с такой ситуацией столкнулся, рекомендую, во-первых, контролировать бак, контролировать насос, чтобы он был исправен. А еще лучше сделать, чтобы насос не перекачивал, а подкачивал прямо в ТНВД. Все, всем спасибо, удачи!